Да, вы просто приезжайте на машинах, понял? И стоите, ждете нас, пока мы будем выезжать. Либо в жесткой тарте. Вижу, никто не, по ним не тулит, никто по ним не тулит, никто не тулит. Подходим ближе, подходим ближе. Сзади никто не стреляйте по своим, в спину не стреляйте. Скинули, не спамим сразу же, за секунду, чтобы они упали, скинули, не спамим нахуй. Все, стоп. Все. Стоп. Побежали, побежали, они не должны были дать. На тебя калы, мадам. Они на крыше, налево давайте. Идем, да? Нет, направо, направо. Уже на крышах сидят. Какой кто? Зачем вы туда побежали? Сказал же по дороге дальше, Гриш, зачем ты повел? Поеб. Налево, налево. Не стреляйте, бежим. Не стреляйте. Скинули, одного скинули. Это без толку, не стреляйтесь, ребят, не стреляйтесь. Просто бегите дальше. Да. За мной все бегите. Бегите, вас сейчас все просто... Все по дороге, быстрее, по дороге, быстрее, быстрее, быстрее. Вас просто запушат сейчас... Из-за семерок. Тем, надо стак словить, мы очень сильно. Блять, не стреляйте, не растягивайте слишком сильно. В левую сторону, все, в левую сторону, все, стянитесь по дороге. Бежим, все, бежим, 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 бежим. Запомните, мы сильные, они слабые, это госки, они, блять, тут 24 на 7 афкашат. Тем более, это армия, ребят, вообще забудьте, блять, это печени ебаные. Миша, ты зашел уже? Отстоял очередь? Нет, стою в очереди. Тёма, Тёма, затормози на 5 секунд, ровно на 5 секунд. Нет, 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 не сейчас, Гриш, не сейчас. Блять, надо стак все равно ловить. Ебать, нас растянулось, блять, на 200 метров. Я знаю, Гриш, я... Если ты помнишь, когда мы первый раз нападали, у нас так же было. Стак нужен в любом случае, знаешь почему? Ладно, потом. Да. Потом. Я понимаю. Потому что кто-то начал растягиваться влево. И половина влево пошло, они прямо. Бежим, бежим. Они долбоебы, блядь. Они мышку второй день держат, блядь. Подпивасники ебаные. Никто с ними не тулится, ребят. Пускай тулят, они все равно даже вам броник не скинут. Смотрите, ребята, смотрите, вот после поворота там есть два столба. После второго столба запиваемся, но пока никто не нападает. Ждем, не стреляйте с ними, стойте. Дальше меня никто не проходит. Я стою в шахитке, дальше меня никто не проходит. У меня семерки их разъебу, у кого там броники покоцали, поменяйте броники, пока есть возможность. Вам сказали быстрее сюда, сука, стянитесь и не стреляйте по ним. Ребята, киньте, пожалуйста. Ребят, все. Побежали, ребят. Побежали. Да, после второго столба запиваемся. Побежали, скинули по ближнему, за секунду, чтобы он упал нахуй, за секунду, чтобы эта дура упала. Все, по-любому. Слева. Слева скинули этого бомжа нахуй, быстро, за секунду, чтобы... Все, блядь, сюда. Не лутаем. Не лутаем, ребят. У вас есть все, не надо лутать. Вы не стреляйте в винту. Просто если он стоит, запушили его и все. Смотрите, они в кюшках просто стоят, бомжи эти, понимаете? До какой степени они бомжи? Не боимся, стойте, парни. Смотрите, кому дали отмычки. Сейчас сначала запушиваем. Вот, да, все, не стреляйте. Бинтуемся, у кого отмычки, каждый встает к мотовозке, но не садится. Просто встаем к мотовозке, не садимся в них. Зашли все на SCP, где мотовозки эти стоят. У кого отмычки, подходим по одному человеку к мотовозке, у кого отмычки есть. Не стоим на месте, бегайте. Просто бегайте, там в укрытие где-то прячешься. Да чё, садимся. Нет, да кто сел, блядь, я ж сказал, не садимся. Да это я. Нахуя ты это сделал? Садимся по мотовозкам. Ты красавчик, ты просто лучший, блядь. Сказал не садиться нахуй, ты садишься, блядь. Всё, по мотовозкам все. Да, иди сюда, блядь, иди сюда. Ребят, не обижайтесь. Иди сюда, блядь. Без этого никак не справиться. Я съем, блядь. Иди сюда, еще одну не забрали, быстро. АМщик, который сел ко мне. Иди сюда, один быстрее. Иди сюда. Все бегут за мотовозками. За мотовозками бегите. Да, съел. За мотовозками бегите все. За мотовозками бежим. Мотовозки своих старайтесь поменьше добавить. Ребят, заезжайте на эту точку красную. На точку красную заезжайте задом. Дайте потому что сзади в бочек, блядь, могут по вам тулить.
Дайте косяки. Ребят, если нападение нету матов, скрин делайте или отказ. Дайте косяки! Смотрите, стоите 10 секунд, у вас снизу напишет то, что типа маты загружены, или на складе нету матов. Дайте косяки! Все, заезжайте задом, все, заезжайте, там по три мотовозки можно загружать за раз. Около сзади бежит дофига наших. Бегите, все, молодцы, спасибо, везде, разные, смотрите, спасибо. Ребят, смотрите, загружайте, и видите, как я стою, первая мотовозка, получается, правее, которая справа, вправо выезжает. Да. Вот так же вот вставайте, чтобы вас, вон, видите, с бочек там бегают бомжи. Быстрее, приезжайте, мотовозки. Не тулили. Я давайте, еще загружу. Подождите, почему 5 мотовозок, где 6-я мотовозка? Мотовозка еще одна, где? Мотовозка, которая айдишник, сейчас скажу какой. Ты загрузился или нет? Джонни, ты загрузился? Джонни, ты загрузился? Отпиши в рацию. Ждите нахуй, ждите, никто не садится в мотовозке. Тихо, блять, мотовозки стоять нахуй. Мотовозки стоять, стойте. Ребят, толпа, которая, бегите туда же, где мы заходили. Бегите туда же, куда мы заходили. Бегите туда же, где мы заходили. Вот, направо, просто направо бегите, направо, через направо, через право. Да. Кто знает, как вывести, просто ведите. Нет, там, сейчас, Гриша. 6 мотовозок, пол заряженные. За тебя, колы, мадам, душу дьяволу продам. Да, смотрите, ребят, я сейчас их вынесу без брони, блядь. Те, которые крашнулись, вы уже приехали? Брат, ни одной машины на аэропорте, я там все ебал. Куда, блядь, бежать на этой ебливой территории? Есть кто на машине на КПП-1? Есть кто на машине на КПП-1 ждет? Приедьте за мной на аэропорт. Анмут, Вадим Форбс. Приехали, дайте Анмут. Анмут, дайте, говорю, Форбс. Вадим Форбс, дайте ему здесь... Все, размутил. Да, у нас тут человек 8, наверное, есть. Тут пусто. Кто за мной? Мотовозки, все за мной, строимся. То, что... Да нет, не съезжай назад, встал второй ряд, так встал, типа, без разницы. Смотрите, ребят, мы сейчас ждем вас, когда вы подбежите к нам. Те, которые бегут, то есть, вот, мы вас уже видим. КПП-1 на машине, заберите меня с аэропорта, срочно. Все, уже нельзя. Миша, не надо. Я понял. Миш, беги до таксишки пешком. Да я бегу. Ребят, те, которые бегут, вы сейчас выходите через это КПП, бежите через мост к своим машинам. Бегите, садитесь по машинам и ждете нас, пока мы будем выезжать. Бегите, садитесь по машинам. Блядь! Главное, чтобы вы сидели все в тачках и никого не забыли, чтобы никто не стоял на улице. Все были по тачкам. Вертушки сверху. Бегите, смотрите, мотовозки спокойно, потихонечку. Фибы в стране 14. Приехали. Да. Пускай. Нас больше. Те, которые крашнулись, давайте, ребят, быстрее приезжайте. Ваша помощь пиздец как нужна. Мало. Мотовозки холодные. Сейчас всех развалят. Бегите, не бойтесь, давите их, если они на концу моста. Да не стреляйте в этот вертолет, ебаный парни, блядь. Вертолет не стреляйте, это бестолку, ребят. Бегите, тушите толпой. Здесь много фибов очень. Разъебем, блядь, нахуй. Не стреляйте по спинам. Больше, ребят. По спинам не стреляйте. Не стреляйтесь вообще, просто бегите и пушьте их. Своих не ДБшим. Кто только впереди, тот стреляет, алло. Пушьте их. Давите, вышли. Запилить, еще раз руководить толкавка, пушьте их нахуй. Кто встал, пушьте, бегите на них нахуй. Бля, бегите, если вы будете стоять, блядь, ничего не будет. Зашли в них нахуй, бегите прямо. Просто бегите, зайдите в них, не надо стоять, вас так скинут. В них вышли, хули вы стрейфитесь? Заходите в них, блядь, зайдите в них. Назад надо ехать, Тёма. Нет, мы не можем уже назад ехать. У вас уже все, блядь, надо заходить дальше, зайдите в них. Не стойте, блядь, если вы на мосту будете стоять, у вас будет спиться как мясо. Зайдите в них просто, приблизьтесь. Ваша задача приблизиться.
Помните, сегодня как на поставке они легли, как девочки, сейчас тоже они лягут, ребят. Блядь, не бойтесь, блядь, не бойтесь, просто зайдите в них, разбить. Кто так мотовозки поставил, блядь, не пройти нихуя. Если есть возможность, просто приблизьтесь к ним, не надо стоять так далеко. Просто тумите этих бомжей, те, которые крашнули, заходите им в спину. Заходите им в спину, спину всем зашли. Я ничего не вижу, я не буду колить больше. Бля, мы ложимся нахуй. У нас тут люди ездят просто так на машине. Бля, парни, ну выйдите, хелпаните, чё вы стоите, блядь? Еще сзади, еще два сзади гостика ебаных. Тулите этих бомжей, тулите, они бомжи. Ходите с мотовозок, помогайте всем. Ай, блядь, я уже мертвый лежу, Криш. Они поднимите, блядь. Которые прошли с хера на день вообще. Арти, уходи, ХП. Что, блядь? Отъешился? Нет, нет, блядь, у меня краш. Пацаны, добейте, добейте. Антон здесь? Нет. Сейчас они тебе покинуть подобрание. Так они могут встать, тебе краш он, наверное. Кто откинул? Кто откинул? Гудвин. Где этот Гудвин? Че, вы проебали все? Да. Наши, кто подъехал, пытается стреляться. Все застану человек 15. Я выберу под бронежилет. У нас вот, я не знаю, куда поспешили, у нас поехали все, блядь, ну, в 30. Ебать. Я говорил, надо было всех чем ждать, ебаный твой рус. Нормально, что они с челюстюшками бегают? Че, всех положили? Да, надо было через КПП 1 выезжать, я тоже думаю. Там переключить. Через КПП 2. Ой, через КПП 2, да. Ребят, патрульку на КПП 1. Понимаешь, те, которые... Я не знаю, куда делись те ребята, которые, блин, крашнуло. Там чисто говорю, ребят, понимаете, вы поспешили. Хотя бы мы бы зашли бы до, блядь, ну, выбора мест. Приезжали. Откисать можно, парни? Блядь, как тут... Я вышел в массу, тупо. Я тоже, я вышел, я левик проебал уже заодно, нахуй. Да похуй вообще на этот левик. Сейчас трену гражданин насмерть, был чувак, рожу ему. Ой, блядь, надо было чуть-чуть подождать всех, блядь. Паша, надо? Блядь, ну что вы делаете? Сука, блядь! Что вы делаете? А, сука, а её такие... Ой, бля... Таблетку от головы можно пройти за ними? Здравствуйте. Здравствуйте. Таблеточку против нет. Держи таблеточку. Я возьму грязины напротив. Блять, этот вот этот ебаный КПП, блять, это такой узкий мост. Да блять, в следующий раз, блять, нахуй, знаете, что надо делать, нахуй? Надо выезжать через другой КПП и заходить. Блять, вот. Мы пока, блять, во-первых, бежим, они скидывают спрос как по мясу по нам, блять. Они даже просто стреляют в одну точку и по нам попадают. А сзади, которые люди бегут, они не могут, блять, стрелять, потому что мы перед ними. И мы как, блять, нахуй, я хуй знает. Ребят, а у кого-то есть откат всего этого? Да, у меня.